парни, мы с вами уже несколько лет маним лосей. Как говорят, мне одно поколение лосятников вырастили. Надоело, вот правда надоело. Решил я провести один эксперимент. Как это будет выглядеть? Ну, давайте я буду лаять. Ну, типа, у нас много людей, которые преподают эту науку. Ну, а я вот пропустил все занятия. Будет это выглядеть, допустим, так там. Ну, может, кто и отреагирует. Парни, вот он. Парни, вот курс. Вот. Парни, вот так вот. Что-то сыкотно маленько, но... Ну чё, седлать будем? Знаю, что сейчас мужики в деревнях крестятся, глядя на это. Наверное, сейчас мне надо пользоваться моментом и умничать с видом матерого волчары. Выпитив губу, растягивая слова. Ну чё тут сказать? Уникально редкая ситуация. Одна на миллион. Когда бык полуглухой и майщик без слуха. Ну что еще? Ну совет. Лайте голосом крупной собаки. Если лаете левретка или той терьером, одни еноты приходят. А, и самое главное, только не подвывайте. А тут точно бык на вас садку сделает. Эх, чую, загудят теперь в сентябре леса по Руси от лая молодых охотников. Выйдешь теперь на крыльцо, прислушаешься. Вон. Юрка-шельмец в болоте лосей драконит. А по другую сторону, в березовом колке, Колька. Колька он вязкий, у него лай звонче. Всем хорошего настроения и чудных или чудных охот. Все, парни, уходит наш красавец.
ума не приложу, как так вышло. Наверное, сейчас должна быть минута славы. Страшно ли это? Да нет, обычная работа.